Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Chevrolet Niva 2016 года выпуска. Пробег у автомобиля 29 тысяч километров. Подтянем трос ручного тормоза. Получается сейчас не 3 щелчка, а 6 щелчков, там 6, почти 7 щелчков, прежде чем начинает автомобиль ручник держать. За 29 тысяч километров это нормально. Износ колодок никто не отменял, хоть барабанные они изнашиваются и меньше, чем передние. Поднимаем автомобиль и подтягиваем его на уравнивателе. Вот здесь все просто и удобно. В районе над задним карданом, возле заднего моста, вот такой уравниватель здесь. Пружина получается натягивает. Ну, нам надо ослабить вот эту контрагайку. Держим сам трос и натягиваем переднюю гайку. Все, вот так вот подтянули, контрагайку подворачиваем, держим и контрагаем. Опускаем автомобиль и считаем, сколько у нас сейчас щелчков на ручнике. Вот три щелчка затянул. Ручник держит. Да, третий щелчок. Вот дальше уже нет, защелкнул на четвертый. Но я думаю, ослаблять не будем, так и оставим. Потому что когда ручник отпускаем, колеса крутятся нормально, не закусывает ничего. На этом все. Натяжку ручного тормоза мы сделали. Всего вам доброго.